Башкирии задержали женщину, которая украла у сургутянина больше 200 тысяч рублей. В дежурную часть города обратился пенсионер, который пожаловался на свою близкую подругу. Гражданка 72-го года рождения пришла к потерпевшему в гости, но тут произошла ссора, после которой женщина спешно уехала в Башкортостан и перестала выходить на связь. Вместе с гостьей исчезли и деньги. Полицейские нашли ушедшую по-английски женщину. Она и рассказала, что украла деньги из обиды и успела их потратить на ремонт квартиры. Возбуждено уголовное дело. За кражу фигурантки может грозить до 5 лет лишения свободы.